А в пятницу сыгранная партия не вывела победителя. Встреча завершилась на 40-м ходу в ничью. За ходом пятого дня борьбы гроссмейстеров за шахматную корону наблюдал заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. Сына международного шахматного арбитра, председателя коллегии судей Российской шахматной федерации, интересует сам процесс игры, так как явного фаворита между индийцем и норвежцем не выделяет. Аркадий Дворкович также поделился с представителями СМИ своими впечатлениями о матче и месте проведения чемпионата. Мы сделали все, чтобы организация соответствовала уровню игры, чтобы игрокам и зрителям было комфортно. И мне кажется, это удалось. За то короткое время, которое у нас было, мы смогли организовать матч высокого уровня. Никаких существенных проблем я не вижу, а нюансы, которые возникают при проведении любых мероприятий такого уровня, проблемы устраняются очень быстро. Спасибо за этим всем странам, которые участвуют в организации матча.